три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Thank you.
Такое было многообещающее в начале видео, и вы, наверное, думаете, сейчас мы начнем расхваливать этот телефон, но после вступления вы увидели, что какой-то звук там, это я пытался продавцу AliExpress показать, что как плохой звук, звук качества микрофона, так и наушника, что практически ничего не понять, что люди говорят между собой. Вот, насмотревшись великих видео про этот телефон, естественно, захотелось его купить, ведь это же дешево. Да плюс еще мы попали на скидки, и мы, значит, купили несколько телефонов по разным городам, ну, как знакомые решили, вот, приобрести такой телефон. Мы занимаемся диагностикой, и как раз вот такого плана нам бы подошел. Потому что там уже софт на ланч становился уже более там 9 гигабайт. И такой телефон вполне подходит, что можно звонить, там играть в игры, там, ну и всякой ерундой еще заниматься помимо этого. Но, к сожалению, получилось совсем не так. Это мне прислал друг свой телефон. Он к нему пришел уже отремонтировать. То есть он покупал новый телефон, а ему пришел он после ремонта. Что категорически вообще непонятно, как такое вообще могут пропускать или позволять себе продавцы. А этот телефон был куплен и мой прямо из брендовского магазина. Вот здесь видно, что нету наклеек этих гарантийных, как там у меня, вот когда я разбирал его. Вы тоже подумали, зачем я разбираю новый телефон? Именно из-за этого, что очень плохой звук, некачественная связь. То есть вы должны стоять под вышкой, тогда вы как-то можете с кем-то разговаривать и ловить сигнал. Вот. У него вообще экран, видите, такой вот, как только у него нагрузка увеличивается на телефон, у него начинает рябить весь экран. Вот. То есть, по всей видимости, это отбракованный телефон был, и наш любезный продавец решил, так сказать, не выкидывать ничего и разослать под видом скидок. Вот видите, у него там какие-то винты не закручены, и вообще непонятно, как это может вообще все работать. Здесь мы нашли плату, которая покруче, тоже она от Leago, T5-64, оперативка только. Ну, вы можете сами собирать такие телефоны. Конечно, очень печальна вся эта история, и мы спорили с продавцом, и Али-площадка Экспресс, в общем, взяла сторону продавца, и мы проиграли. Вот. Ну, мне в качестве компенсации, что я такой обиженный был, площадка AliExpress перевела $15, а моему другу, в общем, ничего. Получается, что AliExpress стоит на стороне вот этих брендов, и ничего поделать нельзя с этим. То есть они готовы какие-то деньги вам дать, чтобы вы не позорили вот эти телефонные бренды. Но мы не будем говорить об этом. Мы говорим о том, что под видом нового телефона вам присылают поддержанный. И это очень вообще считается, ну, за это большие штрафы получают продавцы вот этих брендовых производителей. То есть, во всяком случае, можно было предупредить. Хотя, навряд ли, наверное. Ну, как обычно продавцы делают, кто-то не заметит, а продавец включил дурочку, что это новый телефон, что такого не может быть, и вот такая вот ерунда. Так что будьте осторожны, меньше верьте вот этим видео, обзорам, которые расхваливают телефоны, и сообщайте друг другу, или вообще делитесь, как мы, вот, что вот такие есть казусы, что телефон может быть и нормальный, как мультимедийное, значит, воспроизводящее устройство. Но как сам телефон, он ненормальный. По нему невозможно разговаривать, по нему невозможно звонить. Ну, в общем, очень мы недовольны. И недовольны тем, что AliExpress-площадка взяла сторону этого продавца. То есть мы им и так, и сяк объясняли, показывали. Нет, вот такая вот печаль.
Ну, может быть, конечно, с одной стороны, они правы, что у них, то есть они поддерживают свою вот эту телефонную монополию. Потом по многим городам там в России появились гарантийные мастерские. Вы можете телефон этот отдать туда, а играться там с пересылками туда. Плюс еще так получилось, что мы как бы в брендовом магазине покупали, и мне вот пришлось еще таможню заплатить. Это равносильно тому, что я бы просто пошел и Samsung купил. Ну, пускай с меньшей памятью, но зато у меня был бы реальный рабочий телефон, которым можно пользоваться, а не игрушка какая-то. На этом видео мы кончаем. Всем привет. Так что будьте осторожны в выборе, советуйтесь и так далее и тому подобное. Мы даже не могли подумать, что такое может происходить.